Гленн Моррис и Элеонор Холл в фильме Эдгара Райса «Барроу. Месть Тарзана». В фильме также снимались Джордж Барбье, Генри Гордон, Хеда Хоппер и другие. Режиссер Росс Ледерман. Сценарий Роберта Ли Джонсона и Джей Ван по роману Эдгара Райса «Барроу». Подай мне ружье. Прошу, мистер Паркер. Сколько теперь? Всего вместе 20, мистер Паркер. Неплохо для любителя. Любитель? При вашей-то стрельбе по голубям? Почисти его. Слушаюсь, сэр. Доброе утро, Невилл. Ты не видела, какой я сейчас сделал выстрел? Не видела, дорогой, но зато слышала. Попал прямо в яблочко, если так можно назвать крокодила. Стрельба как в тире, только по живым мишеням. Именно за это люблю Африку. Не надо далеко ходить за добычей. Крокодил или шимпанзе, надеюсь, все впереди. Ты действительно спортсмен, Невилл. Я мечтаю о настоящей охоте. Надеюсь удивить парней из нашего клуба. Только не говори, что ты не обещал им повесить новые чучела над камином. Откуда ты знаешь? Неважно. Ты видел где-нибудь моего отца? Да, в баре. Где обычно? Пойдем. Я собираюсь наловить полный трюм редких зверей и продать их за хорошие деньги нью-йоркскому зоопарку. Причем запросто, да, папа? Здравствуйте, дети. Садитесь. Хотите выпить коктейль «Поцелуй тигра»? Нет, спасибо. Тогда только мне, Джонни. Да, сэр. Джонни рассказывал мне об Африке. А я-то думала, что это ты ему рассказывал. Ты неплохо проводишь время, а? Я всегда неплохо провожу время. Это действительно так. Я полон энтузиазма. Я сижу здесь и заряжаюсь новыми идеями. Вы хотите сказать «поцелуями тигра»? Послушай, Невилл, хорошие идеи не найдешь в бутылке сельтерской или в дамских сигаретках. Кстати, что ты куришь? Трубку? Нет, только сигареты. Элеонор, я не знаю, что ты думаешь о его охотничьих талантах, но он не умеет наслаждаться жизнью. Папочка, его просто надо перековать. Перековать? Ничего смешного, я не лошадь. Эта музыка бьет мне по нервам. А мне нравится. И мне тоже. Барабаны Африки. Барабаны Африки на самом деле не из Африки. Безумие. Привет, мама. Как твоя аллергия? Прекрасно. Родж, пойди к этому чудаку и скажи, чтобы он перестал шуметь. Но ведь это ритмы Африки. Мне все равно, какие это ритмы. Сделай что-нибудь. Я никуда не пойду. Роджер Рид! Как будто я дома. Видишь эту плешь? Хорошо, Фенни, я схожу. Пойдем, Элеонор. Спасибо, Невилл. Я очень рада, что наша дочь выйдет замуж за джентльмена. Конечно. Ты же его откопал. Доброе утро. Послушайте, можно прекратить эту музыку? Его превосходительство не любит, когда ему мешают. Его превосходительство? Кто он? Бен Али Бей. Ведет себя на корабле как хозяин. Возможно, он и есть хозяин. Он владеет многим в этой стране. Если корабль его, то он волен заказывать любую музыку.
Он откуда-то из района Магор, там, где Джун. Ему подчиняются все местные племена, а также принадлежат все изумрудные копии. Молодой, красивый, женатый. Насколько мне известно, у него несчетное множество жен. Нечетное? Да ты же понимаешь, 1, 3, 5, 7, 9, в общем, нечетное. Он странный малый. Каждый год наезжает в европейские столицы. Хорошо образован. Я думаю, Оксфорд, свой дом в Париже, сорит деньгами направо и налево. Возвращается, оснащенный всем лучшим, что дает цивилизация. Куда же он все это девает? Сам я никогда не видел, но говорят, у него очень красивый дворец в джунглях. Живет как король. Очень необычный человек. Да, очень. О нем много рассказывают всякого, и не всегда положительное. Пожалуй, слухи верные. Нанда Лагучи. Извините. Вот это да, посмотри на вин. Отошли это обратно, Элеонор. Конечно, но это очень красивый рубин. Послушай, ты отнеси это прямо хозяину, понял? Да, конечно, сэр. Я прекрасно понимаю, спасибо. Дорогой, ты становишься ревнивым мужем еще до того, как мы поженились. Всего хорошего. Всего хорошего. Носильщики, возьмите это. А это в конторе. Все это мог бы взять один американский мальчишка. Выясни, кто проводник уридов. Слушай, сэр. Послушай, парень, если хочешь работать на нашу компанию, веди себя как следует. За меня не бойтесь, шеф, я завязал. Это что за люди? Богатые американцы хотят увезти отсюда редких животных для зоопарка. Это легко. Сколько они здесь пробудут? 5-6 недель. Я ими займусь. Но помни, ни капли в рот. Окей, пошли. Прошу прощения, вы мистер Роджер Рид? Да, это я. Я Джонсон, управляющий компанией по организации сафари. Вы нас ждали, да? Это Джон Вилсон, он будет вашим проводником во время сафари. Это моя жена мисс Рид, мистер Паркер, моя дочь и Дженкинс. О багаже не беспокойтесь, мистер Рид. Я обо всем позабочусь. Мы тронемся к вечеру по прохладе. А пока можете расслабиться в отеле. Я понял. Парочка поцелуев тигра. Не заблуждайтесь насчет его подмигивания. Это у него нервы. Я понял.
Африканские экспедиции. Оснащение сафари. Все упаковать. Да, быстро, быстро. Я всегда хорошо платил тебе. С этим делом все в порядке. А что тебе не нравится на этот раз? Ну, а что, если эта девчонка, ты мне не доверяешь? Ну, достанется-то мне. За это я тебе хорошо плачу. Я доволен, но... Но что? Я не знаю. Я обо всем позабочусь. Ты будешь ни при чем. Хорошо. Так что я должен сделать? Я свяжусь с тобой в нужное время. Но не пешком же тебе идти. Почему бы нам не отдохнуть несколько дней перед сафари? Боже милостивый, ты же не могла устать еще до начала сафари. Твоя идея утомляет меня уже давно, с самого начала. Уже 4, миссис Рид. Что 4? Миссис Рид чихнула всего 4 раза за последний час. Мне становится лучше. За предыдущий час я чихнула 6 раз. Ну что, поехали. Мы готовы трогаться, мистер Рид. Тогда в путь. Все пошли за мной. Дженкинс, Дженкинс. Да, сэр, ты взял мое ружье. Вот оно здесь. Это будет здорово, да, папа? Мне так нравится. Не сомневался, что все будет шикарно. Наконец-то мы у цели. Смотри туда. Слоны. Мечтал увидеть такое. Какие здоровые ребята. Смотри, как они наслаждаются. 7. Банный день в Африке. Выглядит совсем как ручные. Это только кажется. Они далеко не ручные. Невин, не надо.
Глупец. Вы что, хотите, чтобы нас растоптали? Это могло стоить нам жизнь. Зачем ты стрелял? Что значит зачем? Их тут целое стадо. И слава богу, что еще целое. Мы здесь не для того, чтобы убивать направо и налево. Скажите, зачем вам тогда все эти ружья? Чтобы быть в безопасности, а не для истребления всех африканских зверей. Вперед! Здесь замечательно. Прямо как в парке Ла Турет. Только комары покрупней. К вечеру комары стали кусать сильней. Я одним ударом убила трех. Этот крик звучал совсем по-человечески. Этого не может быть. Ладно, Навин, пойдем.
переберемся через это болото. Что ты, дорогая? Невин, я думаю, нам лучше вернуться. Пошли, не будь неженкой. Невин! Не переживай за меня, у меня все в порядке. Невин! Невин! Элеонор, как ты умудрилась туда попасть? Запросто, но тебе-то какая разница, ты же в порядке. Ну ладно, выбирайся из этой грязи. Выбирайся. Идиот, я не могу, я завязла в тине по колено. Давай, держись за руку. Ты неуклюжая, вот и все. А ты беспомощный, вот и все. Я позову кого-нибудь на помощь. Не оставляй меня, Невин, одну, не уходи. Невин! Невин! Кто ты такой? Нет, ты спустись и вытащи меня отсюда. Тарзан. Тарзан? Здравствуйте. Я Элеонор. Тарзан. Элеонор. Правильно. Правильно. Снова. Не трогай меня, а то я тебя укушу. Элеонор, мы идем. А вот и я. Ну что, я быстро? Очень. Только меня уже успели один раз спасти, пока ты бегал. Что? Я говорю, меня уже один раз спасли. Лови. Первый спасатель сделал это куда ловчей. Неужели? О ком это ты говорил? Так, ни о ком. Здоровый детина пришел и вытащил меня, пока ты суетился. На вас напали обезьяны? Нет. Человек вытащил меня. Обезьяна сидела на бревне и смотрела. Но никто не приходил сюда из нашего лагеря. Правильно, он спрыгнул прямо с дерева в этом, как его, в купальном костюме. У тебя жар. Нет у меня ничего. Человек вытащил меня, обезьяна наблюдала за этим. А как ты опять туда попала? Потом он меня опять спихнул туда. Боюсь, что у нее это от жары. Думаю, да, надо уйти, солнце быстрее в лагерь. У меня нет солнечного удара, я говорю, как было. Я понимаю, все будет в порядке, ты выспишься и пошли. Смотри. Какие чудесные львята. Вот это добыча. Мы возьмем их? А почему нет? Смотри, какие львята. Дорогая, что же с тобой случилось? Разве Невин не сказал тебе, что она упала в грязь? Да, человек вытащил меня. Лучше уложить ее в постель. Дорогая, ты в порядке? Конечно, да. Только Невин считает, что у меня солнечный удар, потому что я сказала, что человек нормальный, живой человек, спас меня раньше, чем он пришел. О чем идет речь? Ни о чем, а о ком. Человек и шимпанзе спрыгнули с дерева и уселись на бревно прямо передо мной. А что ты скажешь, Невин? Она стояла в болоте, когда мы пришли. Положите ее в постель. Пойдем, дорогая, в постель. Но я совершенно здорова.
Мистер Рид, я думаю, нам лучше свернуть лагерь и пойти дальше. Ну, почему? Я вполне доволен тем, что мы здесь добыли. Да, но вы еще не добыли белых крокодилов. Где, вы говорите, они водятся? Я думаю, их должно быть много на другой стороне реки, всего несколько километров отсюда. Река широкая, как же мы пересечем ее? Ну, там есть мост. Что? В джунглях мост? Да, и крепкий, его построили туземцы. Хорошо. Скажите носильщикам, чтобы собирались. Я скажу. Коги, убрать все это отсюда. Живо. Животных, а не убиваю их. Почему бы нам не разбить лагерь здесь и не обработать это место? А как насчет обещанных мной белых крокодилов? Ну, хорошо. Разве можно представить, чтобы я упустил белых крокодилов? Белые крокодилы. Если они есть, то заплачу, чтобы посмотреть, как он их будет ловить. Это еще почему? Мы платим ему не за прогулки по джунглям, разве не так? Маленькие мои бедняжки, вас забыли покормить. Подождите, я вам сейчас приготовлю.
Элеонор, что случилось? Львица, она пришла за детенышами. Ну и что дальше? Тарзан, человек из джунглей, схватился с ней. Сколько ты выпила, Элеонор? Отец. Там кто? Мама? Нет. Откуда? Что случилось? Наверное, там приятель Тарзан. Сейчас я выясню. Иди, Дженкинс, посмотри. Это вы, миссис Рид? Черт возьми, кто-то схватил меня. Спокойно, она не укусит тебя. Вы поймали его, Нелли? Всего лишь обезьяна. Ее приятель, видимо, убежал. Если у нее есть приятель, как ты думаешь, кто меня спас? Это та же обезьяна, что была с ним около лужи. И ты тоже. А что, неплохой экземпляр? Отнеси ее в клетку, Дженкинс. Я не хочу. Дженкинс, посади ее в клетку. Ладно, она тебя не укусит. Ну и ночь нам выдалась. Пойдем спать. Что случилось? Звери исчезли. И шимпанзе тоже? Все до единого. Как это случилось? Так. Кто это мог сделать? Я знаю. Тарзан. Он может сделать такое запросто. Чепуха, Элеонор. Нужно 10 человек, чтобы разогнуть эти паучи. И все же он может сделать это. Здесь есть следы. Да, следы босых ног. Четкие следы. Пожалуй, Элеонор говорит чистую правду. Возможно, есть такой Тарзан. Но почему вам обязательно нужно ловить его? В самом деле, зачем? Он же не зверь. Мне не нравится, что кто-то шатается около нашего лагеря. Он поубивает нас всех ночью. Но он доказал, что он наш друг, а не враг. Посмотрим, когда поймаем. Хорошо, пошли. Вперед! Элеонор, я хочу, чтобы ты осталась здесь, пока они не поймали этого дикаря. Именно это они не должны сделать. И почему я не осталась дома? Thank you.
Иди сюда ко мне. Убери их отсюда, я боюсь. Мне с тобой. Хорошо. Хорошо. Что такое, Коги? Он говорит, Тарзан украл белую девушку из лагеря. Что? Куда он девался? Он говорит, что покажет.
Элеонор! Элеонор! Невин! Отец! Я здесь! Подождите! Элеонор! Моя дорогая, я думал, я потерял тебя навсегда. Я тоже, папа. Элеонор, с тобой все в порядке? Вполне. Что случилось? Сначала я очень испугалась, но потом мне даже понравилось. Ради бога, Элеонор, что с тобой произошло? Не перебивай меня. Это был Тарзан. Он не сделал ничего плохого. Я думаю, он хотел показать мне джунгли. Где он? Куда он пошел? На этот раз мы возьмем его. А он... Он оставил меня здесь вчера вечером. Я думала, вы найдете меня быстрее, если я останусь на одном месте. Тарзан, наверное, уже далеко отсюда. Очень хорошо. Давай быстрее вернемся к твоей матери. Мы сворачиваем лагерь. Меня это устраивает. Нет. Почему нет? Здесь так прекрасно, безопасно и удобно. С этими комарами? Если уж у нас сафари, то нельзя без конца торчать на одном месте. Но нам придется где-то остановиться. Мы найдем еще хорошие места. Но, папа, тебе же так повезло здесь. Нет, я еще не поймал белых крокодилов. Но ты поймаешь, имей терпение. Конечно, если я их буду искать. Они меня не ищут. Я полагаю, Элеонор хочет остаться здесь, чтобы еще раз встретиться с этим. Не говори глупости. Боже, он тебя опять может украсть. Он наверняка уже забыл обо мне. И ты, надеюсь, забудешь о нем. Пойдем, поможем упаковаться. Чем быстрее тронемся, тем лучше. Пойдем. Недалеко от моста разбит лагерь. Сафари белых людей входит в мои владения. Доставьте сюда белую девушку. Ты слышала шум? Нет, тебе вечно слышится шум. Я не вижу, что это, но там что-то есть. Наверное, мне показалось. Будь осторожнее, наверное, ты и поберег бы пуль. Ничего, у меня еще целый ящик не распечатанный.
Удивительно. Никто не поверит нам, если рассказать об этом путешествии. Надеюсь, никто никогда не упомянет при мне Африку. Почему мы не поступили более разумно? Сели на яхту и поплыли ловить рыбу. Даже президент считает это хорошим развлечением. Мне кажется, это хилое сооружение. Ничего, мы перейдем. Тропа впереди выходит прямо на него. Но почему бы нам не поискать белых крокодилов прямо здесь? Это не то место. Нам нужно подняться, перейти по мосту, затем спуститься к повороту реки. Это всего лишь 6 километров. Не знаю, стоит ли рисковать. Ну как, пойдем дальше? Нет, я не могу. Давай остановимся здесь. Это не так далеко. Нам легче разбить лагерь на той стороне. Я слишком устала, чтобы карабкаться вверх и к тому же. Спасибо, миссис Рид. Хорошо, лагерь будет здесь. Завтра переправляемся. Похоже, стало прохладнее. Давай искупаемся. Хорошая мысль. Пойдем, я возьму купальник. Сколько тебе повторять, Коги? Мы будем переходить. Я босс, понял? Нет, ты маленький босс. Белый человек Рид – большой босс. Я говорю ему, этот мост – плохой мост. Бен Али Бей – нехороший человек. Догони меня. Я плыву на спине. Хорошо, Элеонор. Элеонор, назад! Назад! Назад, Элеонор! Элеонор! Быстрее! Да, я видел их там. Элеонор! Элеонор! Берите ружье, быстрее!
Молодую леди провели через мост, ее схватили какие-то люди. Скажи ему это. Как ему объяснить, о ком мы говорим? Он говорит, что я могу пройти, но только один. Так идите быстрей. Как бы нам избавиться от них? Если бы я знал как. Отдай мне, прекрати. Пускай возьмет, ничего не случится. Ты хочешь это? Ну нет. О, черт, отдай ему. Ну хорошо. Ты хочешь это?
Милости прошу. Я польщен, и мои подданные. Что все это значит? Прошу садиться. Садитесь, пожалуйста. Хотите посмотреть танцы? Маки. Теперь ваша очередь. Разве не помните? Обезьяны, леопард, белый крокодил. А где этот белый крокодил? Спроси, что полегче, не знаю. А сколько это будет? 6 шиллингов. Не двигайтесь. Стойте спокойно. Я решительно против. Я говорила и повторяю снова, что ты не должна видеться с ним. Почему нет? Почему нет? Все это более чем странно. Ты можешь себе представить нас в портере театра? С Тарзаном, висящим на люстре. Не знаю, что будет, но я должна увидеть его. Невин! Невин! Ты можешь сделать что-нибудь?
Интересно, что скажут наши знакомые. Фильм озвучен на киностудии «Фильмэкспорт». Перевод Бориса Левченко. Режиссер озвучания Татьяна Однорогова. Звукооператор Татьяна Борисова. Инженер звукозаписи Софья Киселева. Текст читали Марина Устименко.